эти атланы, где мы щупаем, вот тут атлан щупаем, волков. Обязательно, ну, как бы нам надо понимать три точки. Здесь остистый отросток, да, и поперечный отросток. Вот, ровно они или неровно. У тебя болит асимметрично свет? Угу. Но только от нажатия, да? Да, от нажатия. Вот, вроде нажатия, ну, чуть-чуть вот этот вот небольшой угу. смещение маленькое. Саш, прям не проверяем. Хорошо, так. Аж жжет. Да, опять напряжение мышц. Ну, это мышцы, это мышечное напряжение. Да. Вот. Ну, прощупайте, кто хочет попробовать. Ну, цепочка, там еще мешает. Цепочка мешает, да. Ну, кто? Вы должны понять механику, да, вот она должна вот ходить свободно, сгнуться свободно, ротироваться свободно. Цепочку давай. Ну вот, напряжено слева. Для нее лево, да? Ну, вот, да. Для тебя лево. Вот тут. Да, 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 да. Угу. А эти позвонки прям невооруженным глазом видно, да, смещение? Да. Нет, ты видишь? Да. Вдоль вертикали позвонка, позвоночника, да? Соответственно, нам как-то надо будет вот этот позвонок повернуть вот туда, да? Правильно? Правильно. Угу. Седьмой? Да, вот как проверить, седьмой это или первый грудной? Пройдите головой вправо-влево, поворачивайте. Нет, нет, по оси. По оси. Так, вправо, влево. Нет, это первый грудной выпирает. А теперь еще раз вправо-влево сделать. Вот он первый. Наклоните голову вперед. Это грудной, да? Да. Ну, подними голову теперь ровно. Ровно. Да у меня вообще не шевелится. Еще у тебя голова очень слабая подвижность. Вот это. Это. Вообще не шевелится. Вот первый грудной. Да, значит это первый грудной, да. Посмотрите, у нее даже челюсть не касается ключицы. Вниз пусти голову. Видите? Угу. Не касается. И назад выпрямляй. Назад даже до конца не выпрямляй. Да не так, ты загибаешь. То есть у нее получается не гиперлордоз. Не хватает, по идее. Вот так вот должна быть голова стоять. Понимаете? Да. Вот это вот правильное положение будет. Да. Вот. А тело все именно так хочешь вниз головой. Вниз шеи. Так, ну давайте. Будем со спины, да, или спереди. И, ну, ложить ее. Спину вверх. Как вам удобнее. Да? Ну давай, ложись тогда. То, что мы делали, сейчас все поняли, да, как делается? Мышцы вытягиваем, поднимая все мышцы целиком вверх. Далее, заводим руки поглубже туда, под примерно третий грудной позвонок, упираясь в стол костяшками пальцев вот этими, да? Мы проходим все вдоль позвоночника шейного, с вибрацией вот такой. Получается, как бы вот как на валике, видите, вот она голова проходит. Ну, масла немножко хватает. Кожу щипает, да, чуть-чуть? Ради терпения. Терпимо? Ну, просто без масла. Угу. Вот. Теперь положили на пальчики сочленение атланта и черепа. И оно должно расслабь. Вот подсказали ей. Вот тут оно должно качаться вот свободненько. Еще повыше. Свободно, как будто бы вот на одной точке вот так вот все это болтается, понимаете? Не получилось, да? Помогли еще дополнительные мышцы растянуть. Как? Ну, во-первых, вот эту мышцу. Это еще отключиться, да, вот этого бугорка черепного. Растягиваем. Лестничные мышцы. Растягиваем с помощью поворота головы за череп и в плечо. Получается примерно вот так вот, перпендикулярно столу.
Далее перекладываем руку на... Тут мы давили на скулу ей, да? Теперь перекладываем на висок и давим вот туда в плечо. Вот 45 градусов получается растяжение. Потом перекладываем на череп и давим почти в тело. Натяжение получается примерно 10 градусов угол. Повернули, покачали. Сам пациент ничего не должен делать, он полностью должен просто расслабиться. Растянули мышцы, теперь с ротацией растягиваем. Ну, в принципе, вот она почти готова. Еще расслабься, расслабься, Светлана, расслабься. А, зовут ее Светлана. И теперь смотрите как. Берем на вот эту вот мембрану свою, да, или как перепонку, укладываем череп, чтобы он вот так вот качался вот, свободно. Почувствуем вот это вот качание. Да? Вот, качается свободно достаточно. Череп сомкнули. Дальше можно рукой, но лучше мякотью своего предплечья, чтобы не передушить, и было мягко достаточно. Делаем вытяжку. Раз, два, три. Суфлексией вперед. Щекотно? Смешно теперь. Под 45 градусов повернули и по 45 градусов развернули ротацию. Также потянули. При всех этих наших движениях должно быть, смотрите внимательно, вы же сверху смотрите на человека, да, чтобы кончик носа находился на оси позвоночника. Вот при всяких поворотах, да, чтобы куда-то там не завалилось, вот так. И в противоположную сторону. Развернули 45 градусов, ротация на 45 градусов и потянули. Так, можно еще промять. Сейчас я чуть подтяну. Вот эту часть опять прощупать, где какой позвонок входит в бок. Ну вот этот, вот это получается уже грудной позвонок. Для этого мы поворачиваем голову резко вот сюда. А сами будем делать упор вот этим пальцем, костяшку вот этого пальца, именно в тот позвонок вот туда. Почти то же, что мы делали сидя. Еще раз показываю. Голова расслаблена. Чувствуем момент качания, да? И вот когда дошли вот до вот этого места, вот резкий рывок, и была слышна мобилизация. Слышали, да, щелчок? Также можно, ну, например, вот выше, вот, третий, четвертый, прощупали позвонки, да? Вот в них упереться, раскрутить голову, расслабляй, напрягла. Еще повыше. Второй позвонок. Вот, тоже был щелчок. Смотрите, как в чем нюанс. Если у нас не хватает движения вот в эту сторону, да, то мы тогда переносим руки только на череп. Эта рука двигает череп, а вот этот палец указательный, ну или какой-то вот этот, да, он доворачивает позвонки. Ну, это касается второго, третьего, четвертого, буквально верхних только позвонков. Доворачивает их до нужного места. Теперь, если есть ротация, как правило, нас интересует атлант и аксис, да, вот этих позвонка самых верхних, да, то выпирают они, ну, допустим, выпирают вот в эту сторону, да. Чтобы его поставить на место, как показать, на черепе, что ли, на скелете, давайте покажу. Боковой упираемый, поперечный, да, отросток? Вот, вот так. Первый мы не чувствуем, мы только второй чувствуем. Вот он повернут, да? И нам кажется, что нам надо повернуть его вот сюда. А для этого что? Нужно голову развернуть вот в обратную сторону, вот туда. То есть вместе череп крепится к атланту, атлант ко второму позвонку. То есть они вместе туда поворачиваются, вместе с черепом. Скелет не взломал. Значит, еще раз. Выпирает он вот сюда. Да? Значит, мы поворачивать будем куда череп?
Если в эту сторону, мы усилим его. Туда же. Да, значит туда же, в ту же сторону. Вот, кладем опять вот на вот эту штучку пальца, основание указательного пальца. Вот, на ней вот качается. Также можно и второй позвонок, и третий найти, и атлант. Повернули на 45 градусов и проверили мобильность головы. Вот она подвижна, да? Тут уже идет движение в челюсть и вот туда. По относительно перпендикулярно оси позвоночника. Раз. И то же самое демонстрирую в противоположную сторону. Раз. Вот. Даже что-то щелкнуло, да? Если у нас человек не расслаблен и не хватает ему вот этого движения здесь, да, то мы усиливаем мобильность его шеи с тем, что вытаскиваем его больше. Плечи идут на уровень со столом. Голова висит свободно. Вот висит, болтается, да? Тогда мы добавляем поворот 45 градусов в бок, ротация, да? Флексия боковая и экстензия. Помните эти слова? Экстензия, флексия, да? Назад. То есть добавляем еще одно движение назад. И вот тут мы опять же держим голову на первом позвонке атланте или в левом втором аксисе и резко скручиваем. Раз. Все, после этого просим пациента лечь обратно. Да просто подвинься. Бумочка, да. И заканчиваем обязательно, особенно с шеей, сюда осторожно. Вот там какой у нас пятый пункт? Вытяжение после манипуляции, да? Опять обязательно вытягиваем. Мягенько. Чтобы, не дай бог, никакой спазм там не было. И немножко вот потряхиваем. Тюмербек, консулюбитер. Все.